Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Lada Granta 2020 года в коричневом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 98 лошадиных сил, АКПП передний привод, автомобиль на хорошей резине, имеются повторители в зеркалах, пробег 141 тысяча километров, по салону тканевый салон, чистый, ухоженный, не прокуренный, имеется подогрев передних сидений, стандартная печка с кондиционером, музыка, электрорегулировка зеркал, два стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 104, 101, 101, 110, 108, 108, 106, 106, 106, 92. 107. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.